приходится ваши пользоваться. Устало. Вот туда это. Ну что, друзья, всем добрый день. Наша охота продолжается. Сегодня у нас получается третий день нашего пребывания на разливах, на острове. Посидели, попили чаек сейчас с ребятами, с Валентином, да, Сани. В общем, что, утрянка у нас прошла так себе, опять же. Вечерка такая более-менее интересная была, а за утро буквально один селезень, ну еще пару пролетало в лед, не успел среагировать, пролетели, в общем, мимо. Ну и в принципе все, как такового перелета больше не было. На улице похолодало, пошел такой снежочек. Утром мы когда шалаша стартанули, съездили в другое место, в конец протоки, так называемой Курии. И там была просто тьма утки, очень много. И порешали, что, наверное, скорее всего, сейчас днем сейчас делами позанимаемся, дровишками. И переставим нашу чучела за ситкой в то место, где мы сегодня подняли очень много утки. Две утрянки, одна вечерка и... Так себе результаты сказать. Тепла не обещают. Все дни ближайшие до 10 мая будут холодные. 100%. Вкусно? Соли хватает, нет? Хватает. Друзья, отварили мясо, целую тарелку, то, что мы вчера отбивную делали, то остались крылья, потрошки, лапки, супчик и бульончик. Закинули лук, картошка, перец. И опавшие листва. И опавшие листва опало. Это вместо лаврушки. Да-да-да. Ну, жир такой плавает, да, нормально. Это, наверное, этого дают, да? Внутрянка? Да, наверное. Ну и все, сейчас ждем 20 минут. И будет. И все. Пойдемте кушать мясо. Пошел снег. Вон там вообще вдалеке. Я это попозже покажу. Все белое. Сгоняем до наших чучелов, до нашей засидки. Ее соберем быстренько. Ну, она такая быстро съемная, быстро собирается. Чучела в лодку закидываем и переставляем на новое место. Ну и вечерку там сегодня посидим, посмотрим, какой будет результат. Интересно просто. Завтра Валентин с Александром уезжают домой на денек отдохнуть. Мы с батей остаемся. А так все отлично. Если бы еще и погода не очень плохая, вообще было бы здорово. Сидим, болтаем. Сейчас еще супчика покушаем и на охоту. Он идет снег. Все белое впереди над рекой. Эта погодка, конечно, не радует нас совсем. Появился, друзья, у меня такой вот термос. Это термос Терапод. Маркировка ТП-14. Объемом 850 мл. Вес 490 грамм. Очень легкий, очень компактный термос. Подойдет именно для пеших походов, для прогулок. Ну, кто любит активный образ жизни. Термос имеет такую винтовую крышку-чашку одновременно. И что мне самое главное понравилось, в этом термосе имеется вот такая ситочка под чай. То есть чай можно спокойно заварить и отсюда достать. Сохраняет температуру жидкости до 12 часов. Имеет силиконовую ручку для удобства переноски. Подойдет для охотников, рыболовов, кто занимается пешими походами, ну и кто занимается активным образом жизни, прогулками по городу. Термосом я пользуюсь уже около месяца. Свои характеристики он абсолютно держит. Чай в течение 12 часов остается горячим. Так что ссылочка в описании. Кому, друзья, интересно, переходите, смотрите. Термос достойный, интересный. Две стаи уже собрали. Справа, слева. Осталось свизи. Лодку сейчас все это бросаем. Наши чучалки. Вот. А я, пока батя собирает, я соберу наш скородок. Ну тут быстро, сейчас я ветки уберу еловые, быстро этот куб сложу и в принципе все готово. Ну и надо будет лодку взять на буксир еще. Примерно займет около часа сбор
и дальше уже опять полный разбор всех чучелов. Я так вот ориентировочно. Большая лодка позволяет, гладиатор 420, собрать все чучела. Собрали быстро скородок, погрузили всю эту маленькую лодку. Сейчас ее на буксир большой и перемещаемся. Раскидываем чучела, быстренько сейчас раскидаю, вам покажу нашу схему, как мы будем сидеть. Вот тут, да. Вот сюда вот. Так, еще одна хохлата. Потом можно будет свизи ставить. Опа. Да, давай на базу. Левая сторона. Здесь установлены 15 штук хохлата черните. Мы стоим, в общем, на острове. Впереди шиповник, дальше еще один остров. Потом мы тут кинули стаю свизей, вот в этом месте. Тут тоже вода все. Здесь вода, а здесь мы кинули тоже хохлату чернить, тоже 16 штук примерно. Засидка немножко выделяется, надо потом еще веток принести сюда. Вот как-то так. Место интереснейшее. Круговой обзор, вокруг везде вода. Везде, в принципе, можно куда и садиться. Место мы оставили. Посмотрим. И погода, кстати, наладилась. Немножко потеплело. Перестал ветер. Прояснилось. В общем, класс. Стой. Вон там все сидят. Вон чего? Чего? Чего на голову села? Да я понял, так... Сейчас очень светло, у нас видно хорошо, чтобы стемнело. Это хорошо будет летать. Мимо. Зараза. Блин, улетел. Я сейчас вот так, когда будет светло, они садиться толком не будут. А чтобы потемнело хорошенько. Да-да-да, чтобы нас не видно было. Юрич, подайте, пожалуйста, мне термос. Термос, говорю. Это не термос, блин. Мы сели, друзья, в таком шиповнике. Вокруг мы тут шиповник вырубили немножко. И вокруг у нас везде вот шиповник, он немножко прикрывает нас. Но вот пока солнце не зайдет, нас очень хорошо видно. Так что сейчас подождем немножко.
Вижу. Далеко. Ты смотри назад, я вперед смотрю, там крякашка крякает. Тройками, стайками. Но к чучеламенту не посаживаться. Все, друзья, вечерку нашу закончили. Такое, знаете, двоякое чувство получилось. Блин, шиповника тут, конечно, кошмар сколько. Все руки уже здесь царапал. Здесь утки значительно больше. Прям намного больше. Как только мы с батей сели в шалаш, буквально посидели, наверное, полчаса, кряковый отзывался. Манил, отзывался впереди. По итогу крякаш подплыл сзади, селезень не подлетел, а именно подплыл тихонько-тихонько. Я повернулся, смотрю, он уже 10 метров от нас сзади, оказывается, нашего острова. Только начал разворачиваться и улетел, не успел даже. Вот. И стая широконосок, штук 10, тоже подплывали по воде. Ждали, осталось, наверное, метров уже 45. И думаю, еще немножко подождем, подпустим их поближе, чтобы наверняка стрелять. Улетели тоже. Видно, заметили такое тут мельчайшее это наше шевеление в шалаше, в засидке. Ну и свизя промазал. То есть какая-то вот невезуха идет пока что. Надеюсь, эта полоса невезения закончится. Надеюсь на это. И с батей хорошо здесь поохотимся в этом месте. А здесь, конечно, утки значительно больше. Прямо вот количество больше, чем мы там были в том месте. Покушали. Поздний у нас ужин был. Приготовили яичницу с тушенкой. Время уже почти 11 часов. Сейчас укладываемся спать буквально на пару часов до часу ночи. И потом выдвигаемся на охоту. Посмотрим, что утро покажет на новом месте. Ну что, для вас это буквально одно мгновение, а для нас это целый процесс. Поспали буквально 2 часика. Поставил будильник на час. Вот, и видно, это тут усталость накапливается за эти, за какой сегодня уже день-то. Сегодня 7 мая, 4, уже 4 день, да. И проснулся и не понял вообще, где я нахожусь. В палатке, в какой-то печке тут. Ой. Потом только, наверное, через несколько секунд понял, что мы на охоте и надо идти в засидку ехать. В общем, с батей добрались. Каждое утро, друзья, мороз. Сегодня около -3-4 градуса. Как обычно, не теплеет ни капельки, а дальше будет еще даже холоднее. Так что охота трудовая, такая сложная, погода не радует, но деваться некуда. Раз мы с батей сюда приехали на столько дней, надо охотиться, надо искать. Чучела, друзья, все покрылись инеем, стали белесы абсолютно. Конечно, большой минус в охоте. Утки шугаются таких чучелов, стороной облетают. Да как так-то? Фу, ептонский бог, блядь. Как будто холостым. Ё-моё. Друзья, на видео пересмотрю. Самому интересно, куда дробь полетела. Но чистый промах просто. Причем, ладно, третий выстрел. Там догонку уже стрелял. Уже далековато было. Можно было третий выстрел и не производить. Но два вот этих вот, первый и второй, вроде четко все прицелился. Как будто холостыми.
середине. О, не-не, все. Все, есть. Отлично, наконец-то. Первый промах, вторым попал, видно. Потом уже в лед уже добивал его. Дотянул и вот упал. Такое ощущение, как будто промазал. Так летел, так еще. Думаю, смотрю, раз, и все, и дошел. Стрелок ворошиловский, бля. Обсуждаем, что по сути-то в этот сезон весенней охоты самая фиговая погода за все года, что так все дни были холодно. Как правило, бывает холодно 2-3 дня, а потом дня 4-5 всегда теплеет, даже дождик идет, но всегда тепло бывает, ну и утка летит. А в этот раз, считайте, вот с 4 мая, да, и каждый день только плюс 2, плюс 3 градуса днем, ну плюс 4 максимум, ночью всегда заморозки. Вот, и все дни будут так. Сейчас посмотрели прогноз погоды. 8-9 мая самые холодные дни. Ночью минус что там 6, минус 5 что ли. Снег, метель, ветер. Днем минус 1, минус 2. Вот так вот. Вот такой вот май. Ну и соответственно, какая погода, такая охота получается, что местная утка, которая прилетела ранее, тут кружится немножко, а свежие партии не подходят. Ну то есть перелета нет как такового. Да и замечено, что когда так вот солнце, мороз, ветер как сейчас поднялся, утка очень плохо садится к чучелам. Очень плохо. Так вот, бывает, летает. Ну как сегодня, все, вот считайте, все в перелет лед стрелял, можно сказать. А чтобы было тепло, даже пускай дождик, влажно, а еще лучше туман, когда, и чтобы тепло было. Она прям садится отлично в чучела с легкостью. Были шансы, во-первых, тоже тут много моей вины. Вечером Крякова тут не заметил, подплыл прям рядышком. Не заметил, сразу не добыл. Широконоска, селезень садился, промахнулся на взлете. Селезень Кряковая тоже пролетал, кружил, промахнулся. Ну, то есть шансы были, но видите, погода такая, что не садится. То есть чучелам утка вообще не садится. Боится, шугается. Утки все в инии, белые, заснеженные. Поэтому как-то так. Ладно, батя пошел за лодкой, сейчас дождусь. И поедем в палатку греться. У меня левая нога сырая. За ночь не успела высохнуть сапог. Чулок точнее. У бати правая нога сырая. Когда лодку стоял там на место, черпанул. В общем, ноги замерзли очень сильно. Вот, видите, немножко сделано весла коротковаты. Не очень удобно грести. Надо подлиннее, конечно. Для такой широкой лодки. Что, не станешь? Единственный наш утренний трофей. Добытый. Вот такой трофейчик. Селезень кряковый. Хороший попался. И вот такого я еще промахнулся одного. К сожалению.
Что, друзья, всем доброе утро. Время 12:30. С батей очнулись, проснулись, так сказать. Ребята тоже, Валентин с Александром, проснулись. Там собирают вещи. Они, кстати, сегодня уезжают вот домой и приедут на роденька через 2 примерно, на 9 мая или на 10 мая. А мы с батей остаемся здесь продолжать жить, охотиться, даже несмотря на такую погоду, которая обещает впереди чуть ли там не снег и зима. Что-нибудь перекусим, попьем чай. У нас, кстати, вода закончилась. Поеду с ребятами тоже на своей лодке, доеду до машин, доберусь, заберу туда воды. У нас там вода еще оставалась, чтобы нам хватило денька на 4 еще с батей здесь пожить. Это костер не делаем, потому что, ну, видите, везде вот такая сухая трава, дождей нет, все сухо, и поэтому костер делать опасно. Друзья, поменяю на третью дырку отверстие. Ух ты, блин, что себе, канат скачило. Попробуем на третью потом поехать, потому что дельфинирует лодка в одного. Переставил гладиатор я на третью дырку. Сейчас попробуем. Но, правда, у меня сейчас нос загружен водой. Сейчас проверим. Парни остались. Парней проводил. Сейчас они домой на пару дней отдохнут. И потом числа 9-10 опять приедут. Ну, а мы с батей поживем 4 дня. Поохотимся. Мы домой кататься не будем, чтобы все это дело не собирать каждый раз. Не сниматься. Заехали, пожили, поохотились. И домой потом. Сегодня у нас 7 мая, 5-6, третий день охоты и четвертый день нашего проживания на этом острове, на этом красивом месте. Красивом, но пока не очень еще удачливом. Хочется добыть именно кряковые утки, крупных этих селезней. Вот в том месте, где мы стали, их там намного больше по количеству, потому что на выходе ближе к реке их там мало, а там ближе к кустам, а кряковые утки они любят именно находиться в кустах, затопленных на деревьях, в этих шиповнике, там поболее. Ну и в принципе уже двух добыл за эту охоту, двух кряковых селезней. Ну вот так вот, друзья, решил заклеить бродни, а здесь получается это
вездеходовские. Низ-то неопрен. Ой, низ это Эва. Очень теплый, кстати. Чулок очень теплый. А сверху неопрен такой идет. Он тоже теплый. Тепло в них сидеть. Вот, на коленнике такие. Лопнуло, короче, здесь решил ткань убрать и заклеить. Там дырочка была, там, по-моему, 2 сантиметра. В общем, он от старости то ли сгнил, то ли лопнул, то ли что. Сапогам где-то около, наверное, 4-5 лет. И просто все порвалось. Вот так вот. Вот такая дыра. И бензин пролили, и ружье сломали. А, кстати, у бати ружье один ствол не стреляет. Верхний? Верхний. Ну, этот, не сводится. Пружина не сводится, сломалась, видимо. Вот, такие дела. Заклеил. Заклеил. Зимние сапоги вообще классные. Эва тут толстая. Чулок тут вообще просто очень теплый, на овчине, натурально овчине. Чулок тут, да, конкретно. Как зимние сапоги, отлично пойдет. Друзья, подобрали мы с батей высоту транса на мотор Гладиатор 9.9 под лодку Гладиатор 420 Air Sport, это которая E420S модель называется. В общем, по итогу, если мотор это положить прямо на транец, как вот по заводу, да, без всяких подставок, то очень большие брызги идут в разные стороны, даже некоторые брызги попадают внутрь лодки. Потом поставили мы с батей накладочку 20 мм. Брызги практически исчезли, но при этом на большой скорости идут прохваты воздуха и начинает контролька поливаться. То есть от киля идет, поступает воздух. В итоге мы подобрали высоту около 12 мм. Теперь прохватов нет. Контрольная струя четкая, хорошая, и брызги, можно сказать, минимально. Так что вот, кому будет полезно, Гладиатор 420, модель, которая ES, Air Sport называется, под 9.9 Гладиатором прокладочку нужно ставить примерно 10-12 мм. Поставил сейчас на третье отверстие, а было на втором. Поставил на третье, ну, правда, сейчас я обратно возвращался, у меня нос был подгружен, но лодка прям стала лучше идти, ровно, четко. Никаких движений ни влево, ни вправо, то есть лучше намного стало. А так, да, конечно, друзья, лодка огромная, просто шикарная. Два кресла, вон, видите, какое расстояние, даже ногой не могу достать. Кстати, и с креслами, когда ставишь кресло, а не банки, то в лодке места намного становится больше. Сюда можно грузить палатки, дрова, все что угодно, банки не мешаются. Тут слева от меня тоже куча места, просто вещей можно гору сюда нагрузить. Ну и тент. Тент классный тоже. Он же маскировочный, он же транспортировочный. Очень хорошо маскирует лодку на охоте. Тоже, кому, друзья, интересно, спрашивайте в комментариях, в ВК, в Телеграме. Ссылку вам скину. Качество просто отличное у тента. Еще кусочек, да? Ешь. Ладно, давай. Растягивайте. Вкусненько. С кольцом, да. Добрались, батя, до места. Заряжаем ружье.
Тут у меня пятерочка, по-моему, вся. Четверка. Перемешку все. Пятерка. Манки применяю. Манков. Такие они недорогие, можно сказать, бюджетные манки. Ну и работают нормально. И этот манок у меня универсальный. Это School Hunter. Здесь получается кряковый самец, свесь, чирок-свистунок. И еще кто-то, по-моему, еще какой-то четвертый имитирует звук. Не помню, сейчас даже сразу не вспомню уже. Сейчас смотри, смотри на березу, видишь? Видишь береза? Угу. Сейчас справа смотри. Видишь, справа полоса идет. Метров 10. Вон. О, справа полоса. Она тут другой. Тот в березу зашел. Прям внутрь берез там. В кусты. Широконоского там напротив меня там идут кусты, и там опять вода, затопленный лес. И широконоска квакает. Тык-тык, тык-тык, тык-тык. Стой, 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 нырнул. Ты смотри за ним. Смотри-ка, ныряет, а? Ну-ка, отойди. Вижу, вижу. Все. Начинает подмораживание. Начинает подмораживание. Вот завтра вечером начинается сильный ветер северный. 6-7 метров в секунду. Завтра 8 мая у нас. И вот он будет практически завтра вечер. И 9 мая. Так что, наверное, завтра, может быть, даже мы на вечерку не пойдем, если это будет такая погода. Единственное, потом, конечно, будут проблемы, если такие морозы ударят, выколупывать чучела, потому что покроется все льдом. 100%. Тут у нас чуть севернее в районах вообще снег выпал, чуть ли не по колено, там говорят. Очень много снега. Вот. И птица себя тормознулась, к сожалению. Походило, да?